Бывает в жизни всякое, что получается что-то делать спонтанно. Например, как у меня получилось сейчас, я давно хотел ввести такую рубрику, проверить некоторые эксперименты. И, кстати, вот насчет этих экспериментов, которые вы сегодня увидите, я даже и не думал о них, даже как-то, может быть, я когда-нибудь бы о них и догадался. Но тут получилось так, что все это произошло спонтанно, и сейчас я уже после отснятого материала записываю приветствие, а также буду записывать конец. Здорово, дорогие друзья, всем веселого настроения, с вами Олежа Веселов, и это новая рубрика «Эксперименты». А что за эксперименты, вы узнаете дальше. Мы тут кое-что будем просто проверять. Так, и на меня сейчас будут сбрасывать машину, и умру я или нет. Так, а мне надо наехать, что ли, подождите-ка, потому что тут есть некоторые такие эксперименты, которые мы тут с чуваком пообщались. В общем, что будет, если, допустим, он на меня сбросит машину? Так. Так, садимся на машину. Так, сначала какой эксперимент мы пробуем? Давай, давай с него. Так, в общем, я сейчас разгоняюсь. У него ХП, значит, тратится. Я сижу на пассажирском. Чего? Вертолетом? Как это работает, а? То есть его убил вертолет сейчас, не я. Ну что ж, давай, давай повторим, давай повторим, окей. Сейчас наедем. Так, я пересел. Блин, у меня сразу не переселось, хотя я не знаю, как так. Я не вижу, тратится у него ХП или нет. Смотрите-ка, действительно, если убить человека, пересевший да, или даже не пересевший, я не знаю, может быть именно в этом месте, потому что первый раз я, возможно, не успел пересесть. Почему убивается вертолетом? Выпрыгнуть. Давай попробуем выпрыгнуть. Так, только как бы это сделать? Так, ну давай, наверное, я попробую выпрыгнуть все-таки. Так, ну я надеюсь, вовремя выпрыгнул. Так, ХП у него тратится. Тоже вертолетом. В смысле вертолетом? Вот как это? Так, немножко поменяли местоположение. Так, все, он давится. Я сижу на пассажирском и посмотрим сейчас, кто кого же убьет. Так, его убил вертолет. Угу, то есть отличный эксперимент получается. У нас сегодня какой-то вертолет-убийца, что ли, получается? Слушайте, нормальный эксперимент. Давайте попробуем теперь как? Теперь сделаем, наверное, теперь выпрыгнем из машины. Так, сделаем так. Прыгнем из машины. Так, ХПшки у него. Ага, не вышло немножко. Немножко не вышло, но не беда, мы можем спокойно это повторить. Так, сейчас посмотрим, что он там напишет. Попробую задавить и выйти из авто. Ну давай попробуем так. Так. Попробуем задавить и выйти. Задавила машина. Уже что-то другое. Это довольно-таки интересные эксперименты, на самом деле. Давно хотел такую рубрику сделать, и, скорее всего, у нас будет все-таки такая рубрика, потому что я спонтанно это начал записывать. На самом деле я записывал другую серию, но так получилось, что я теперь другую записываю. Так, теперь надо, чтобы скинули на машину. Вот так вот примерно, да? Окей. Так, скидываем тачку. Так, не получилось. Так, низко. Никто. Так, давайте попробуем, может быть, другую тачку. Так, низко, так, низко, низко. Это не проблема. Мы сейчас можем так. Мерседес-Бенц Спринтер. То есть мы сейчас. Так. Давай-ка вот мы сюда залезем. И давай-ка попробуем отсюда вот. Так, давай там уже. Ладно, ладно, давай-ка мы попробуем отсюда. Что ж, тогда меня будут убивать. Так, убери-ка, убери, убери, убери. Так, встанем сюда. Так, я умираю. Я умираю. Так. Так, я умираю, меня давит машина. Ага. То есть мы теперь действительно знаем, как можно не получать звезды. Это очень интересный эксперимент, я могу так сказать. Я думаю, может быть, еще сейчас что-то подумаем, что можно придумать еще, как можно убить человека, не получив звезды.
Да, действительно классные эксперименты. Голова у этого человека работает. Запомним его ник, мама. Поставим просто лайкосик только ему за такие идеи, за такие эксперименты. Наверное, можем попробовать даже еще разочек, если я так понимаю правильно его так. Вот. Ну, довольно-таки нормально, нормально. Так. Так. Давай-ка, вот сюда, сюда. Посмотрим вот так вот. Ага, я все давлюсь, Да, блин, я ж нормально давился. То есть, я понял, что он хочет. Он хочет посмотреть, с какой высоты можно убить человека. То есть не убить, а с какой высоты будет немножко... Скажем так. Так, скажем так, с какой высоты будет человек умирать и падать. Ага, я умираю и падаю, как бы нормально. Теперь попробуем с этой высоты. Так, немножко промах. Так, умираю, умираю, умираю. Да, даже с такой маленькой высоты, оказывается, человека можно задавить. Наверное, еще ЧП зависит. А возможно, возможно. Блин, не успел заснять, я оказался в машине. А сейчас попробуем вот так вот есть. Он сбрасывает на меня машину, и я просто появляюсь в машине. И просто я успел запечатлеть второй раз этот кадр. Чувак вообще просто допер с первой попытки сразу. То есть, если... Если так, то нет, я так умру, естественно. А если начать есть пиццу, то я могу не умереть. Надеюсь, что эксперименты вам понравились и заставили вас улыбнуться, или вы открыли для себя что-то новое. Ведь я действительно не знал, что может быть такое, что можно убить вертолетом человека, когда ты задавил его машиной и просто пересел на пассажирское место, или... Ну или, короче, все эксперименты, которые вы видели, я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Ну и думаю, если вы хотите продолжение подобных экспериментов, то обязательно ставьте лайк. А также, если вы хотите знать, как можно прыгать на машине, то бишь сделать такой чип, то тыкайте на появившееся видео.